Возможному уходу Роналду из «Реала» нашлось объяснение. Нападающий «Реала» Криштиану Роналду намекнул на уход из клуба из-за недовольства условиями нового контракта. Об этом сообщает AS. По информации источника, «Реал» пообещал увеличить форварду зарплату на 9-10 миллионов евро после победы в финале Лиги чемпионов 2016-2017. В результате клуб включил в новый договор такие условия, согласно которым Роналду должен был помочь выиграть еще одну Лигу чемпионов, а также стать обладателем «золотого мяча». Это вызвало недовольство форварда. Также Роналду разозлил интерес «Реала» к нападающему ПСЖ Неймару. Он был расстроен тем, что президент клуба Флорентино Перес сделал комплименты игре бразильца в тот период, когда Роналду получил 5-й «золотой мяч». 26 мая португалец в составе «Реала» выиграл 5-й финал Лиги чемпионов, став рекордсменом турнира. После встречи с «Ливерпулем» он заявил: «О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за «Реал», а ответ я дам в ближайшие дни. Я наслаждался этим моментом с партнерами». В матче с «Ливерпулем» 3-1 он не сумел отличиться. В составе испанского клуба форвард играет с лета 2009 года. Вместе со «Сливочными» он также дважды становился чемпионом Испании. Больше важных новостей в TEL и GREM канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.